Для лучших из лучших школьников проходят в эти дни новогодние представления. Поздравлять победителей школьных олимпиад, отличников спорта, успешных юных артистов стало доброй традицией Зайнской земли. В актовом зале школы номер 7, который пока заменяет дворец культуры, отличников поздравляли глава района Разиф Каримов и руководитель исполнительного комитета Ильнар Хафизов. Вы наша гордость, мы вами гордимся, вы наше будущее. И мы вам хотим сказать сегодня большое спасибо. Каждый школьник получил диплом за отличие и денежную премию в размере 2000 рублей. Так называемый грант главы Зайнского муниципального района. Все награды были вручены ребятам в номинации «Мастер золотые руки». Руководство района со сцены выразило благодарность детям, родителям и, конечно же, педагогам, которые воспитывают граждан республики, которыми можно по праву гордиться. Для ребят организованы театрализованные представления и праздничные концерты.